Интенсивные наземные обстрелы, а также морские и воздушные бомбардировки сектора Газа привели к гибели более 850 человек за 4 дня, сообщила ООН. В организации указывают на эскалацию конфликта в центральной части анклава. По словам израильских военных, наступление распространилось на лагеря беженцев в черте городов. עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. Израиль вернул через Красный Крест тела 80 погибших в боях палестинцев. Как сообщается, грузовик с ними пересек КПП Керем Шалом. Позже их захоронили в братской могиле в Рафахе. Хамас обвинил Израиль, цитата, в краже органов. للتعامل معه ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن لنقل إلى المقبرة ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. ООН назначила уходящего министра финансов Нидерландов Сигрид Каг координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе. Этот пункт содержался в принятой недавно резолюции Совбеза.